Вперед, поехали! Мэм и капитан Хольт из пожарной службы. Мы хотим вам помочь. Быстрее, быстрее! Раз, два, три! Дважды звонили из газеты, просили дать интервью. Похоже, я герой для всех, кроме своей жены. Я видел, как ты входил в горящее здание, чтобы спасти неизвестных тебе людей, но позволяешь гореть собственному браку. Мы с Кэтрин были влюблены, когда поженились, но сегодня мы два совершенно разных человека. Я устала бороться за наш брак. Настоящий мужчина должен быть героем для своей жены, или он не мужик вовсе. Наверное, она сейчас жалуется на меня своим подружкам, я так и вижу, как они причитают над ней. Все будет хорошо, у тебя все получится. Все, что нужно для хорошего брака, это немного романтики, а это идет вот отсюда. Легко говорить, когда ты не был женат. Все кончено, отец, я больше не буду ничего делать. Я хочу, чтобы ты отложил развод на 40 дней. Я кое-что тебе пришлю. Делай все день за днем, а после посмотрим, что произойдет. Каждый день добавляется новая идея и совет, как ее применить. Выложись по полной. В последние несколько дней он приготовил мне кофе, купил жалкие цветочки, а теперь, понимаешь, звонит, чтобы узнать, все ли у меня хорошо. Теперь в моем сердце осталась лишь пустота. Советы из твоей тетради, они не работают. Ты не можешь любить ее, ты не можешь дать ей то, чего у тебя нет. Ты должен молить Бога, чтобы Он научил тебя, как быть хорошим мужем. Капитан, ты должен выбираться отсюда. Крыша вот-вот рухнет. Огнеупорный, никогда не бросай своего партнера.